Омск завалило снегом. За новогодние каникулы в области выпало 15,5 миллиметров осадков. Для мечей это обернуло снежной кашей на дорогах и тротуарах, по которым оказалось невозможно пройти. Между тем, чиновники рапортуют. В первой декаде января вывезли рекордное количество кубометров снега. Все подробности у Дмитрия Куканца. На этих кадрах типичная омская авария. Автомобиль занесло на нечищенные дороги. Таких в день случается десятки. Водитель даже не останавливается. Все равно доказать, что ДТП случилось не по его вине, будет невозможно. А вот Алексей Агеев судиться готов. После того, как его машину выбросило из колеи в столб, он решил, за ремонт должны заплатить чиновники. Буквально через 5 минут, 10 минут, да, то есть приехала машина, да, и началась уборка. Причем сотрудники ГИБДД, потом мне уже рассказали очевидцы, стали отмерять, то есть уже по убранной, то есть от бордюра, который был убран, место ДТП, то есть они как положено, то есть на тот момент от сугроба, который был занесен. То есть дорога была очень узкая. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства считают это совпадением и говорят, дорожные бригады работали практически все выходные. Первое-второе мы занимались прометанием развижкой снега, снег не вывозили. А с 3 числа и по сегодняшнему утру мы днем и ночью вывозили снег. В пятницу мы за одни только сутки вывезли более 7000 кубических метров снега. Вот, рекорд, не рекорд, но в те прошлые годы мы максимально своими собственными силами могли вывезти чуть поболее 5000 кубических метров в сутки. Объем действительно рекордный, вот только у омичей вопрос, откуда чиновники убирали весь этот снег. На фото в социальных сетях глубокие колеи, сугробы на тротуарах и парковки, превратившиеся в ловушки для автолюбителей. В мэрии утверждают, что с начала зимы вывезено 250 тысяч кубометров снега. Объем, конечно, внушительный, но еще больше впечатляет его количество, которое продолжает лежать на обочинах вдоль дорог. Вот, например, здесь, на улице Омской, отвалы выше человеческого роста. И так практически на всем ее протяжении. Впрочем, за вывоз снега в городе отвечает не только мэрия. Чистить свои участки должны и предприниматели, и хозяева частных домов. От них тоже зависит, поплывет ли Омск весной. Дмитрий Куканов, Александр Лысак, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.